Узнал от пресс-атташе Динамовского. Мне она прислала на WhatsApp там список весь. Вот, и от нее узнал. Ну, конечно, очень рад был. Ну, разговоры какие-то были, что могут вызвать, поэтому я более-менее ожидал. Вот, но очень рад был. Наверное, на чемпионате мира с Испанией. Потому что есть еще с Голландией матч в 8-м, но я там еще совсем маленький был. А вот в 18-м году, да, вот с Испанией, наверное. Криштиану Роналду. Ну, хотел бы, наверное, против сборной Испании. Мне интересно посмотреть на их уровень там. Всегда испанский футбол нравился, и мне вот интересно посмотреть. Ну, раньше, наверное, Андрей Аршавин был. Сейчас... Ну, Андрей Аршавин. Ну, сейчас я больше стал смотреть на свои позиции игроков, наверное, на Лука Модрича. Да нет, ну называют Заха, а именно прозвище так нет. Баскетбол, наверное, баскетбол. Люблю в Counter-Strike поиграть. Да ну, что сейчас в топах, я, наверное, слушаю. Ну, пусть будет Мияги. Ну, я в Инстаграме, да, есть. В ТикТоке есть, но видео не делаю, только смотрю. А ты на Ютубе смотрю видео. Что было дальше? Counter-Strike. «Гнев человеческий» фильм. Вот недавно вышел. Актер Сергей Бурунов. Ну, я больше спортивные читал, так, про футболистов, там автобиографию. Это Ибрагимовичу понравилось. Пусть будет «Долма». Я думаю, 5. Такой средний, да.